каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В преддверии Международного женского дня в Национальном музыкально-драматическом театре республики состоялось торжественное собрание. Любви у нас очень многое держится на ваших, казалось бы, хрупких и одновременно очень сильных плечах. Животноводы, педагоги, социальные работники, врачи, медсестры, повара, предприниматели, воспитатели, инженеры и многие другие профессии, все вам вашим самоотверженным трудом, кропотливым, целеустремленным, поднимает и развивает нашу малую родину, закладывает основу для будущих поколений, за которую мы все вместе, конечно же, несем ответственность. Дорогие, милые наши женщины, поздравляю вас всех с чудесным весенним праздником от имени всех нас. Будьте всегда любимы, счастливы, здоровы и уверены в завтрашнем дне. Пусть в вашей жизни будет меньше горя и проблем, поводов для печали и разочарований, а вот солнечных и радостных дней, возможностей улыбнуться, пусть будет побольше. Желаю вам яркой, светлой, наполненной позитивными эмоциями жизни, и пусть наши дети только радуют, мужья балуют, подруги и близкие поддерживают. С праздником вас! Сегодня же награды из рук главы региона получили Роза Хиртек. Ей присвоено звание «Народный учитель Республики Тыва». Начальник управления культуры Кызыльского района Алевтина Халбажик удостоена медали Республики за доблестный труд. А также почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Тыва» в канун Международного женского дня удостоена врач-педиатр Республиканского центра восстановительной медицины и реабилитации для детей Зинаида Идам. Более 40 лет она занимается здоровьем детей. А завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Ространснадзор начал принимать документы на получение лицензии в рамках новых правил, которые вступят в силу с 1 марта этого года. В первую очередь документы принимаются у тех, кто ранее занимался только заказными автобусными перевозками пассажиров. До марта этого года для них не было обязательным лицензирование своей перевозочной деятельности. Для тех перевозчиков, которые работали до 1 марта с лицензией, есть время для того, чтобы еще до 29 июня получить лицензию, сообщает издательство «Российская газета». Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий получить дополнительные отсрочки от призыва на военную службу. Поправки ликвидируют коллизацию, в результате которой некоторые юноши уже в школе вынуждены использовать право на отсрочку от армии, если им исполнилось 18 лет еще в период школьного обучения. Получается, что такие молодые люди находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими призывного возраста после окончания школы, пояснила один из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Ярова. Чтобы устранить эту несправедливость, и появился законопроект. При подготовке инициативы ко второму чтению в нее была добавлена еще одна отсрочка от призыва на военную службу, связанная с обучением на подготовительное отделение. Итого, граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться 4 отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз в школе, второй раз при обучении на подготовительном отделении, третий раз при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз при обучении по программам магистратуры, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Новшество уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста. Правительство Тувы и Россельхозбанк договорились создать совместную линию по льготному кредитованию сельхозпроизводителей республики. Договоренность о новом банковском продукте была достигнута на встрече главы республики с председателем правления банка Борисом Листовым. Суть совместного проекта, предложенным банку правительством Тувы, открыть возможность местным фермерам приобретать сельхозтехнику на условиях лизинга. Республика готова из своего бюджета субсидировать 50% стоимости каждой сделки. В бюджете 2019 года для этого предусмотрено
более 32 миллионов рублей. От банка требуется оценивать платежеспособность заемщика, исходя из оставшейся суммы, а также разработать для клиента гибкий график платежей. Это, по мнению специалистов, на порядок увеличит доступность кредитов банка для сельского бизнеса Тувы, который на 98% состоит из микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, глава республики попросил руководство Россельхозбанка рассмотреть возможность уменьшения размера комиссии за банковские услуги, взимаемые с клиентов за ведение счетов крестьянско-фермерских хозяйств. В настоящее время мелкие фермеры платят за обслуживание счета столько же, сколько крупный и средний бизнес. Это 33 тысячи рублей в год без учета комиссии за операции. И о курсах валют. Доллар на сегодня составляет 65 рублей 96 копеек, евро 74 рубля 57 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. В предпраздничные дни на стационарном посту ДПС «Шевелик» изъята рекордная партия нелицензированной водки. В ходе досмотра грузовика «Фредлайнер», за рулем которого был 53-летний кызылчанин, инспекторы ГИБДД обнаружили чуть больше 1000 ящиков, в которых находилось более 23 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции. Акцизные марки и сопроводительные документы на груз не имелись. Общий объем изъятой продукции составил 11 520 литров. Общий объем изъятой водочной продукции превысил 11 тонн. Всего с начала года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 33 тонн алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. Напомним, всего с начала 2019 года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 33 тонн нелегальной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. Министерствами образования и культуры республики сегодня был дан старт республиканской эстафеты «Театральная волна», приуроченной Году театра в России и Году человека труда в Туве, с целью расширения представлений обучающихся о театре, актерах, воспитания любознательности, интереса к театральному искусству и развития творческой способности. Эстафету сегодня от лауреата многочисленных фестивалей и конкурсов всероссийского, межрегионального и международного уровней, а именно от театра юного зрителя, принимают Мангун-Тайгинский район. И далее, согласно утвержденной маршрутной карте, символика эстафеты объездит все населенные пункты 19 муниципальных образований республики. Эстафета продлится до 23 ноября. Напомним, что 28 апреля прошлого года президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза театральной деятельности России Александра Калягина объявить следующий год годом театра. Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны, для формирования общественного сознания. Одной из основных задач проведения Года театра видится в возможности сделать театр частью жизни каждого из нас. Маршрут здоровья побывал в Тоджинском районе Тувы. За 3 дня работы в районе медики приняли около 70 человек. В отдельный и труднодоступный район республики в составе бригады врачей выехали врачи-наркологи и клинические психологи, которые во время приема пациентов провели скрининг по выявлению случаев злоупотребления алкоголем, проводили беседы о профилактике пьянства и алкоголизма, а также оказывали психологическую и лечебную помощь. Кроме того, врачи осуществили патронаж семей, которые злоупотребляют алкоголем. В ходе выезда организованы встречи с жителями района, которые ранее проходили медицинскую реабилитацию на базе реснаргдиспансера. Да, тот же врачи-наркологи побывали в Байтагинском районе, где в течение 3 дней проводилось обследование жителей сел Кызылдак, Байтал, Шуй и Тели. Специалисты отмечают, что во время обследования выявляются пациенты, которые имеют признаки формирования зависимости от алкоголя. С этими людьми проводится мотивационная работа для того, чтобы они обратились к врачу и получили дальнейшую помощь. В целом, по
по итогам 2018 года бригада врачей губернаторского проекта «Маршрут здоровья» обследовала почти 10 тысяч человек. В 17 районах республики осуществлено 39 комплексных выездов. По итогам осмотра чуть более 3 тысяч человек направлены на амбулаторное обследование в лечебно-профилактические учреждения республики. 86 – на стационарное лечение в центральные районы больницы. Напомним, что врачами проводятся такие обследования, как маммография, УЗИ, спирометрия, измерение уровня сахара и холестерина в крови и многое другое. Что касается наиболее распространенных заболеваний, к примеру, среди пациентов со второй группой здоровья встречаются риски развития хронических заболеваний, как избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, нарушение липидного обмена, нерациональное питание и, как следствие, вышеперечисленные факторы, высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кто сегодня стал лучшим и забрал приз радиоквеста «Замес майонез»? Конечно, тот, кто первым разгадал загадку квеста и приехал на искомое место. Сегодня загадка была совсем простой, и ее рифмы рассказали о зашифрованном месте буквально все. Победитель впервые сумел добраться до заветного приза, потому что работает на рынке мажалык и постоянно слушает радио «Голос Азии». «Замес майонез». Чтобы и вам принять участие в квесте, достаточно слушать радио «Голос Азии» ежедневно по будням с 13 до 14 часов. Ведущие объясняют все правила и расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп» на Юнокурседе 103/2. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Ашкахарыкпа, тындыбозы «Отличные наличные» же жедебернер. Ставкаларны падрыкпан. Ашканы 15 минут полга жалыслер. «Отличные наличные». Слер пискакалынер. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 15 до минус 17, днем от плюс 2 до плюс 4 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.